Всем привет! Вы смотрите новости науки с Ралиной Киряевой. Совсем скоро ветреная погода вблизи черной дыры, бумажные органы для трансплантации и экологичные разработки казанского аспиранта. Смотрим! Итак, в мире. Международная группа астрофизиков при университете Саутгемптона зарегистрировала сильный ветер, исходящий из одной из самых близких к Земле черных дыр. В-404 «Лебедя», находящаяся всего в 8000 световых лет от Земли, проснулась в июне 2015 года после четверти века в спящем режиме. С тех пор ученые наблюдают за ее ростом по мере того, как гравитационное поле черной дыры пожирает соседнюю звезду. Поток нейтральных частиц движется на колоссальной скорости и поэтому способен выйти из гравитационного поля черной дыры. Эта унесенная ветром материя сформировала на некотором удалении от В-404 «Лебедя» туманность, оценив массу которой ученые предполагают оценить и масштаб процессов, приводящих к ее формированию. А в России в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН впущено работают над созданием биобумаги, из которой с помощью новейших технологий можно будет создавать живые органы для трансплантации. Создание биопринтера и биобумаги поможет решить проблемы катастрофической нехватки доноров и высокие цены на хирургические услуги. Ученые уже научились создавать искусственные ткани кожи, сердца и кровеносных сосудов. Как поясняют разработчики, эти материалы инновационны, не отторгаются, срастаются и замещают органы или ткань. После установки такие импланты не потребуют замены. Это главное отличие разрабатываемых технологий. И напоследок в Татарстане. Компания Haldor Topsy ежегодно поддерживает специалистов, работающих в области гетерогенного катализа. И в этот раз в их числе оказался аспирант химического института КФУ Дмитрий Корнилов. Работа, представленная Дмитрием на конкурс, связана с нефтехимией, где ключевым процессом является пиролиз – технология переработки нефтесодержащего сырья в газообразные жидкие продукты горения. В результате этого процесса образуется множество побочных продуктов. Он предложил способ очистки одной из таких побочных фракций. Безотходное производство является одним из основных направлений для компании, поэтому новая разработка оказалась для них очень кстати. А на этом все.